Вітаємо, друзі. Ранок на М-студіо триває. Дмитро Довганчук, хіромант, сьогодні завітав до нас в гості. Будемо дізнаватися, що ж це взагалі таке. Будемо спілкуватися, тож обов'язково не перемикайтеся. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброе утро. Ну, взагалі, непересічний вид такої діяльності. Розкажіть нам, чим займаєтеся, як довго і що, власне, спонукало входить у ваші обов'язки? Ну, скажем так, обязанности, это больше так миссия, я бы так сказал. Занимаюсь вообще, начал обучаться у своей бабушки. Ага. И бабушка лечила людей, принимала людей, знахарство, целительство, лекарство. Это, опять-таки, если пара не может забеременеть, угу. У ребенка проблемы с ушами, с глазами, ребенок плохо спит. То есть не традиционная медицина, так? Да. Угу. Начинал на самом деле с этого. Да, то есть анурезы там, с почками проблема, с сердцем проблема, врожденные какие-то вады. Mm-hmm. Вот. Потом начал уже изучать более глубоко и конкретно уже с точки зрения науки. Mm-hmm. Диагностика, кинезиология, вот, это отвечает наше тело на наши зажимы, психоэмоциональные uh-huh. зажимы, как их можно разблокировать, допустим, боли в сердце. Да, допустим, вот прединсультное состояние, как можно их убрать энергетически, как человек может сам это убрать. Угу. И пришел к такой науке, как хиромантия. Хиромантия, как оказалось, для меня, я ею занимаюсь уже 16 лет, угу. и она дала мне все абсолютно ответы на вопросы, которые меня интересовали. Я очень много рук посмотрел. Больше 20 тысяч рук я посмотрел, 10 тысяч рук я посмотрел по фотографиям разных великих людей, как у них складывались биографии, какие моменты у них в жизни. И опять-таки, это диагностика, это здоровье, это карьера, дети, переезд, уезд, эмиграция, выигрыш в лотерее. Ви це все можете передбачити, так? Да. Это все написано у нас на руках. Всього-навсього за лініями наших рук? Да. Класс. Даже по годам, как там, что можно увидеть, выигрыш в лотерее, рождение детей, супружеские союзы, какое количество. Да, то есть, когда подъем в карьере, когда можно предотвратить какие-то неприятные ситуации, стоит ехать в поездку, либо же не стоит. А скажите нам, какие статистические данные, расскажите, какой відсоток из всего, что вы напророкували або просто прочитали? 85%. Серйозно? Нічого того, собі. Того, що угу. на самом деле от происходит. І у мене вже є клієнти, які вже по 15 років ми дружимо вже з сім'ями. І угу. смотрел дуже багато різних знаменитостей. Угу. От, і наш поп-культуру, і деятелей, і політиків, і іскусствоведів, угу. і обичних людей. Да, то есть помогаю им, опять-таки в диагностике можно предупредить, да, допустим, там сердечные приступы, язвы, там операции, все заранее, все видно. Мене цікавить, за скільки часу от це все можна трактувати, подивитися? Скільки у вас пізнати? Триває, от, наприклад, оцей процес, так? Щоб посмотреть руки, 40 минут. Ага. И я уже все рассказываю, да, то есть все сразу. Я и принимаю также дистанционно. У меня есть видео в Ютубе, есть мои мастер-классы, uh-huh. Довганчук Дмитрий. Не, ну ви розкажіть нам ще, як взагалі це можливо? Є якась методологія? Як взагалі працюєте так? Смотрите, конечно, методології я учился в Израиле, в Германии и в Индии. Это три института, которые есть официальные институты по хиромантии. Я хочу еще попасть в институт в Канаде, это четвертый, который, скажем так, вот их всего четыре. Вот в трех я уже был, учился, обучался, там 10 месяцев в Германии, в Израиле там практически 4 года, ну с такой, с переменной такой. И в Индии 2 месяца тоже ездил туда, в Дели, смотрел, изучал, это все интересно, это очень... Неимоверно загадочно, но очень классно и эффективно дает ответы на вопросы. Угу. А скажіть, можливо, по лініях рук якісь є основні, не основні? Як ви взагалі основні лінії, звісно ж, є. Це лінія житті, яка обвиває у нас, да, то есть вокруг угу. большого пальца. Но ни в коем случае очень часто девушки, начитавшись литературы в Ютубе, в книгах, что короткая линия жизни, это все мало проживу, там в панике приходят, а что ж такое и все остальное. А у нее замечательная линия судьбы, долгожитель, но при этом, да, там короткая линия жизни, но это не влияет на продолжительность и на качество жизни. Ага. Вот. Бывают, да, такие, ну, вот моменты, когда там
рассказывают всякого. Опять-таки, линия ума – это способности. Очень часто мамаши приходят с ребенком там 10-12 лет. Скажи, какие предназначения? У кого-то быть юристом, полицейским, пожарником, а у кого-то, наоборот, быть искусствоведом, музыкантом, танцором. Угу. Для кого-то быть психологом, психотерапевтом, либо пластическим хирургом. Все это предназначение человека написано на руках. Нічого собі. Також мене цікавить питання, чи кожен може навчитися в цьому розбиратися? Чи це потрібен дар якийсь особливий? Тобто особливий, можливо. Я вам скажу так. Статичних хіромантів. Що таке статичний хіромант? Є кілька технік. Хиромант, тот, который выучился по учебнику, он будет смотреть, ага, человек прямо линейный с математическим складом ума. А допустим, я смотрю, да, человек прямо линейный, но человек дипломатичный, который может идти на уступки, который может очень хорошо лоббировать любые вопросы, когда у него успехи в деятельности интеллектуальной, в каком возрасте, когда он защитит кандидатскую диссертацию. И все вот эти моменты, то есть он видит просто статистику, а я на ладонях вижу мультики, что с ним будет происходить в данной какой-то ситуации. Либо предупредить аварию, либо же наоборот сказать там женщине, что а все думают, что у вас, вот у меня была, да, женщина, и все время говорили, что у вас двойня мальчиков. Я говорю, да нет, говорю, у вас просто крупная девочка. Вот. И когда женщина беременна, да, то есть, если сын, то руки либо начинают цвет иметь коричневый, либо блеклый, а когда девочка, руки красные. Так вот у нее были руки красные, а ей все время говорили, что как бы двойня там, ну, сначала по такому маленькому сроку, но когда уже начали, да, то есть, смотреть, там крупная девочка, просто руки красные, вот так. Ще в мене є питання, от чи відіграє якусь роль для вас, як для експерта, форма рук, не тільки лінія, а й форма? Звісно ж, є класична, да, є учений Дір Пантенді, він сформував класифікацію рук, да, тобто 8 параметрів класифікації рук, і вони є в класиці, є робоча рука, є філософська рука, є воєнна рука, є професорська рука. Тобто вже є определенні предназначення, є рука художника, є психічна рука. Тобто от ці от моменти, вони вже є предназначені. Точно так же ще руки розподіляються по стихіям. Вода, воздух, огонь, да, то есть і земля. Дві техніки в основному в хіромантії – це європейська и восточная. И они различаются. Я как и одну изучал, так и другую. А вот скажите, пожалуйста, чи можуть люди блокувати якимось чином оці всі дані? Ваш аналіз. Так, ваш аналіз, можливо, якось психологічно. Чи це не впливає? Ви, якщо вже бачите руку, то вже все. Не можуть блокувати. Якщо, допустим, там карти Таро можуть там говорити якісь інші, підспудні якісь, знаю, не знаю, да, нет, то здесь уже конкретно статистика показує, що, допустим, вот я у вас, например, на руке увидел, что у вас успех в деятельности после 32 лет. Ничего себе, может, ты меня еще что-то подвезли? А я у вас как раз и увидел. Сейчас хорошо. Да, вот линия жизни, и вот эта линия, которая идет вверх, она как раз и свидетель. Это вы пока руками махали. Вот, поняли, да? Это сканувало себе. Да, ну, есть такая, знаете, привычка уже наблюдать за руками, медленно здороваться, смотреть на руку. Вот, и, ну, такие вот моменты. Так, профессийные звички. Да, и ты сразу... Фотоефект сразу, да? А вас... як ви визначили, що саме після 32, а наприклад, там не після 30? Есть моменты, возрастные линии, да, то есть, смотрите, каждая линия имеет свои возрастные отрезки. И свою возрастную динамику. И сразу так раз... А я выйду замуж. Скільки? И коли? Замуж выйдете, да. О. Вот. Но у вас, смотрите, есть такой момент, очень часто в интернете показывают буквочку М, она у вас есть. Вот она, видите? Да. Так вот, этим людям все можно. Показано, можно, разрешено, можно рисковать, можно идти в деятельность, в бизнес, предпринимательство. Да, то есть принимать очень больше усилий в работе, в деятельности, и ему можно. Показано, вот, можно. Раньше индейцы, они показывали руку. Вот смотри, за мной стоит 800 человек. Да? Вот, ну вот, ты понимаешь, да, кто я. И все, они посмотрели, ага, вождь, все понял.
Розговорюємо далі. Також останнє в мене запитання. Чи дивилися собі, там, чи аналізували свою власну руку, чи збігалися з обставинами, з подіями? Звісно. На самом деле я сам себе предсказав ребенка. От, от кого я увидел среди многих-многих рук, я увидел, да, то есть... Ту самую, да, от которой, да, то есть та, которая родит ребенка. Вот, и вот опять-таки по поводу целительства, знахарства, лекарства еще работаю с бесплодием, вот, и с парами, вот, именно в этом направлении. Ну, так що так. Ага, класно, дуже круто, вражаюче. Так, на такій оптимістичній ноті будемо прощатися. На жаль, ефірний час нашої програми обмежений. Дмитро Довганчук, хірурман, сьогодні був в нас в гостях. Дізналися багато нового, ну і, зокрема, цікавого. Прощаємося з гостем, але не прощаємося із вами. Ще кілька хвилин будемо із вами у прямому ефірі.